хотела ребенка и не успела. Точнее, как, она не захотела выпить таблетку изначально, которая прерывает беременность. И специально пила алкоголь. Чтобы он не родился. В итоге родился ребенок абсолютно здоровый. Многое влияет. Ну, наверное, больше всего гены влияют. И очень сильно влияет, наверное, даже не питание, а то, как проходит твоя беременность. Ну, типа... насколько часто твоя жена в стрессе, там, ну или вообще девушка. Думать над этим вопросом. Не знаю, если бы я готовилась к беременности, я бы подумала над этим вопросом. Да, стресс — это самое вообще ужасное. От него ты так-то сам болеешь. А мне кажется, для беременных это прям вообще ужасно. Вот, наверное, это самое такое, что может негативно сказаться. Больше всего. Самое первое, самое главное. Я вообще не знаю. Ну, у меня как-то так оно. На что-то да, на что-то нет. Hello. Даже вот у меня порой бывает, что у меня случается стресс какой-то от ситуации, которая вообще не... Вот, знаете, они пройдут вот сегодня, да? Я завтра уже даже не вспомню об этой ситуации. Она вообще ничего в моей жизни не изменит. И все равно я даже понимаю это, я все равно могу расстраиваться, думать об этом, как-то не знаю, накручивать себя. Ой. Тут посмотрим, вообще идеально. Не люблю, когда мне говорят, посмотрим. Это самый тупой ответ, который только можно дать. Не знаю, посмотрим. Смотрю.
меня просто что-то сделать. Либо скажи да, либо скажи нет. Ты же изначально, наверное, уже понимаешь, будешь ли ты делать что-то или нет. То есть, если ты изначально не хочешь, то, скорее всего, ты не будешь этого делать. И ты говоришь, посмотрим, просто потому что не хочешь расстроить человека. Но ты можешь сказать же, что да, я сделаю, но если у меня что-то случится, например, я не знаю, просто можно дать понять, что ты сделаешь, но если произойдет какое-то там событие у тебя в жизни, и все поменяется, то ты просто скажешь, что в этот день ты не сделаешь. Хорошо, тебя, например, просят друг свозить его на следующей неделе куда-нибудь в огород картошку покопать. И ты уже заранее понимаешь, ну вот он тебя сегодня попросил, ты уже понимаешь, что ты либо хочешь это делать, либо ты не хочешь это делать. Если ты не хочешь, то просто, чтобы не обидеть, возможно, многие говорят, что ну типа посмотрим, чтобы потом возможность была свиться. Но и не обидеть. Но ты же можешь ответить так, что ты как бы да, я могу поехать с тобой. Либо отказать ему. А не говорить, ну посмотрим, не знаю. Как жизнь сложится. Чаще всего посмотрим это нет. Вот и все. Ты же без этого слова можешь сказать. Нужно определиться по времени и по дням. Это просто такое слово, которое, ну, типа, я вроде бы согласен, а вроде бы и не согласен.